Дагестанцам рекомендуется пользоваться кипяченой водой во избежание новых отравлений. С этим заявлением выступил Роспотребнадзор. Обильные дожди в регионе привели к поднятию уровня воды в реках. Произошло подтопление улиц, источников питьевой воды и кора. Они загрязнены, насосные и очистительные станции работают неудовлетворительно. Поэтому для питья в ближайшие дни жителям республики рекомендуется пить бутилированную или кипяченую после отстаивания воду.